дальше, ты еще быстрее, быстрее! Шел король по лесу, по лесу! Быстрее, быстрее! Нашел себе принцессу, принцессу, принцессу! Давай с тобой покружимся, покружимся, покружимся! И навсегда подружимся, подружимся, подружимся! Территория детства – территория праздника. В микрорайоне Новая Дерябиха отметили начало лета. Это первый праздник в череде мероприятий. Для самых маленьких жителей местный ТОС разработал большую программу на год вперед. Встречи, игры, чаепития. День детей, день родителей. Соответственно, этому у нас и посвящено все наши мероприятия. Дети активно участвуют, заняты, как видите. Поселок молодой, детей много. Мы, родители, только рады. Как и на любом детском празднике, не обошлось без забавных конкурсов, встреч со сказочными героями и веселых танцев. Малышей в микрорайоне очень много, более сотни, поэтому центр притяжения, несомненно, детская площадка. Ее, кстати, оборудовали недавно и теперь тщательно следят за сохранностью качелей и горок. Еще бы хотела сказать, что детская площадка – это зона ответственности детей. Эту площадку всегда убирают дети. Они моют снаряды, они мусор собирают, грабельками ее расчищают, переворачивают песок в песочнице. Это зона ответственности детей. Родители такой подход только приветствуют, рассказывают. Так дети вырастут внимательными и аккуратными и будут соблюдать золотое правило. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. У нас родители всегда участвуют в праздниках. Мы приносим сладости, мы приносим попить все вместе. Дети все это убирают самостоятельно. Они после себя никакого мусора не остаются. Впереди у ребят целое лето, и здесь по плану радоваться каждому дню. А еще все с нетерпением ждут новую спортивную площадку. Специальный комплекс Новой Дерябихи подарил Ивановский район. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.